Приветствую всех, с вами Светлана Быкова. Сегодня 6 сентября 2015 года зашла в свой кабинет веб-трансфер и, честно говоря, обалдела. Такие минусы появились, странные. Первое желание было быстренько 17 тысяч, без тысячи, которые у меня до сих пор стоит на вывод, быстренько раздать. Я думаю, может быть, кто-то так и стал делать, потому что смотрю, что средняя ставка упала. Почитала на Фейсбуке, смотрю, что у многих тоже такая же ситуация, появились огромные минусы. Самое интересное, что я здесь на Кэшкредс у меня вообще минус 13,5 тысяч, а судя по моим документам, я в Excel все заношу, сколько денег роздано, сколько вернули и так далее. И у меня по возврату получается, что должно вернуться на Кэшкредс 7 тысяч. Если судить по этой ситуации, то еще в минусе 6,5 тысяч я буду. Тут уж о каком-то активе, как говорит господин Шаверин, вообще говорить не приходится. Поэтому я решила, что это все-таки глюк какой-то, наверное, как и было несколько дней назад на Кэшкредс, когда был ноль, потом это все исправили. Я думаю, что здесь тоже будет какая-то поправка внесена. Но решила это видео записать для истории, чтобы было видно, как тут у нас проходит перетусовка денег. Честно говоря, мне стало жаль программистов почему-то. Вот такая ситуация. Я пока подожду хотя бы несколько часов и посмотрю, что здесь будет происходить. Рекомендую и вам тоже сделать то же самое, наверное, все-таки. Итак, будем с вами смотреть дальше, что произойдет. С вами была Светлана Быкова. Ждем изменений, улучшений, вывода и так далее. И до следующей встречи.